Еще какие вопросы, коллеги? Ширина без швов. Ну, вообще, я, допустим, растягивал все практики на 6 метров, да? Ширина пленки вообще 5 метров максимально для шва. Растягивал на 6, но не рекомендую. Вот. Но также не рекомендую делать шов, если у нас ширина. Лучше разделять либо корму с гипсокартоном, если у нас какие-то, допустим, перекликаются там помещения, да, допустим, например, кухня приходит. Либо же световые можно разделять вот стены, от стены до стены. Вот. Ребята растягивали на 6,50, например, рассказывали. Такие легенды ходят. Вот. Но вообще рекомендуемая ширина, рекомендуемая габарит, это 5,70 максимум, в принципе. Из 5 метров растягивается. А вообще на стандартную усадку где-то 5,50-5,60. Вот, Максим, вы сейчас как рыбак рассказываете, там, какие можно размеры получить, и также руками показываете прямо точно.